Привет, стримаши, ребята, обзор еды. Часть этих продуктов я уже показывал в предыдущих, но все равно я быстро опишу то, что купил. Помидоры сейчас подорожали. Ну, вот эти вот сливовидные, они стоят в дешевом варианте 45-55, а всяких перекрестках поганых, где я купил горох, все не могу никак ролик снять, горох с песком, зубы, два зуба поломал, 90 рублей, по-моему, эти вот сливовидные. Да эти помидоры, даже не знаю, что за сорт, но нормальные помидоры. Они, каждый второй был мятый, пришлось убирать. Но они мега дешевые, стоили 20 рублей. Блин. Это яблоко я уже показывал, сорт я не знаю. Вкус хороший, никаких дефектов нету. 29 рублей, отличное яблоко. Хотя и не сильно я люблю яблоки, но зимой выбирать... не сильно будешь привередничать. Так, виноград тоже я не собирался покупать, но он стоил 40 рублей. Отличная цена в ноябре. Виноград 40 рублей. Хоть и не очень мне нравится темный. И опять вот эти груши Конференц, по-моему, сорт называется. Они немного побиты, не сильно побиты. Бывают сильно мятые. Что-то. Но эти в нормальном состоянии. Новые они совершенно идеальные. 120 рублей стоят в таком состоянии. Что такое? Это вода. Надо вытирать, чтобы воды не было, а то могут очень быстро сгнить. 30 рублей стоит. Это просто отлично. Груши, как картошка. Причем это хороший сорт. Мне нравится такой сорт груш. Сладкое, желтое внутри. Так. Да, это какая-то уже влага стала скапливаться снизу. Чуть пропустишь, и все это все сгниет быстро, либо скиснет. Ну, в общем-то, все. Всем спасибо, до свидания.